Привет, друзья! Мы с Лизой рады вас видеть на своем канале. Мы здесь играем. Мы здесь играем в Лего. Вот у нас такая дощечка есть. А это дом. Крыша. Это крыша. Мы будем строить сейчас. Что будем строить, Лиза? Домик. Домик будем строить? Да, человечка. Для человечка. О, какая у нас это целая мама, специальная папа, коробка для Лего. Папа, это его кто? Папа и мама, да? Да. Четвёрка. Давай. Четвёрка. А сейчас я потеряла. Так вот поставим эту вставочку. Ну что мы сюда прикрепим? Какой это знак у нас? Один. Один. 80, да? Да. Давай сначала построим стены. Давай. Вот так. Оп. Где здесь лопата? Лопату ты ищешь? Ну поищи здесь. Где здесь может быть лопата? Это не лопата. Лопата! Здесь лопата! Нашла лопату? Да. Ну, вставляй. И вот так по кругу составим. Такую интересную. Это на самом деле лего моего брата. Мы стараемся сейчас поменьше покупать всяких игрушек. И брать то, что нам дарят. Да, Лиза? Ой! Ой! Ой, тряпочка! Ой, ой! Ой, что это? Это не тряпочка. Это что такое? Ну, вот смотри, строй такую стенку. Что ты будешь строить? Вот так, стенку строй. Домик. Вот домик. Я строю стену, а ты построй. Да. Давай. Вот тебе стена. Что? А, кружечка. Кружечка специальная? Да. Специальная. Специальная кружка получилась, да? Да. Вот, у нас такая будет стена хорошая. Да, хорошая. И домик. А ой, кто шляпка. В нем будет... Так. Ой, шляпка. Шляпка. А кто в нем будет жить? Какие человечки? Расскажи. Мама и папа. Мама и папа будут жить? Да. Угу. Вот папа. Покажи, какой там папа у нас? Вот такой. Вот такой есть папа. Вот такой есть. Давай, такой ищи есть. Пап. Давай, поставь его сюда. Да? Сюда, да. А. Вот какой красивый. Одену шляпку. Одела? Нет, не одела. Папе одену, вот папа. Ой. Ну, получается? Да. Смотри, тут управление будет какое-то. Компьютер специальный, да. Какой-то. Да. Да, вот папа. Интересный. Для папы. Для папы. А кресло поставим, чтобы он да. Тут сидел? Ой, я. Мог работать, чтобы папа, да? Да. А где или что будет? Лечь. Ой, вот где кресло? О, капуста. Капуста? Да. Это такая капуста. Смотри, вот так поставим. Привет. Скажи, кто ты там такой? Все, мы строим домик. Да. Привет. Это шляпа. Вот. А где мама шляпа? А здесь шляпа. Она будет кушать. Мама. Да? Да, и шляпа. Это работник. Работник? Да, работник. Что он сидит этот? Сейчас упадет, наверное. Осторожно. Упадет. Он упал?
Да. Вот поставим вот такое креслице. Чё, папа не сидит? Плохо сидит? Да. Плохо сидит. Он не сидит. Вот так поставим ему, да? Да. Чтобы он вагонник. Сидел. Вагонник. Вагонник. Ай, хлеб уже не надела. Не надела. Надень ему шляпу. Ой. Вау. Вот этому тоже наденем шляпу. Ой. Зеленая майка. Зеленая майка. А у тебя какая майка? Зелена. У тебя какого цвета майка? Ожила. Это зелена. От робота, точнее. Такие лизы косички красивые. Да. Сколько тебе годиков, расскажи? Три. Уже три? Да. Семь. Нет. Это два. Два. А, два. Ай, два, два у тебя. Ничего, шляпочку. Ай! Я одела! Красить. Вот такую дугу сюда поставим, да, специально? Да. Смотри, я одела шляпу. Ворота будут. Вот, как посмотрите, как? Какая получилась штука. Вот. Поставь. Нравится? Поставь, мам. Платформа. Ой, ботинок. Такой. Смотри, это ботинок. Чей-то ботинок упал? Да. Да. О, ой. Что это такое красное? Что это такое у нас красное получилось? Да. Морозное получилось. Клубничное? Да. Вы не ставите. Блин, чего не ставите? Ну, ставь. Ой. Получается? Да. О, пистолет. Огромный, смотри. Пистолетик. Ой, я там строю какой-то. Ты там и слоны. Упала? Да. Папа упал. Папа упал. Папа упал? Да. Это мама? Это мама. Тик. Что она ходит в бассейн? Наверное, в бассейн ходит. А ты ходишь в бассейн? Да. И я хожу. С рыбками я хожу. Ты с рыбками любишь ходить? Да. Мы ходим с тобой в бассейн? Ой, свой здесь. Ой, зеленый. Это кто? Компьютер? Твой компьютер? Компьютер будет, чтобы дядя мог там работать, да? А какой дядя? Какой-то дядя, который тут работает, да? Да. Вот это что такое? Что это такое? Это какой-то скотч. От кого скотч? Маленький кусочек. От кого? От кого? От кого? От дяди, да? От какого дяди? От какого-то дяди. Ой, что это? Радуга? Радуга. А это что? Куда мы его поставим? Ты сама решай, куда поставим. Сюда. Нет. Сюда. Сюда? Да. Ну, прикрепи. Чего не крепишь? Не клечим. Не крепится? Да, у меня есть скотч. Скотч? Скотчем прилепим, что ли? Да. Открываем. Тик. Оп. Прикрепили. Да. Ура. Ой. Он так не стоит. Не стоит. Не посадим. Надо посадить его, да? Да. Посадили. Вот это такое классное. Посмотрим.
Тут это показано. Майка, что ли? Ботинка. Листовой ботинок. Это что? Это что? Фиолетовое такое. Ой, солнце, ветик. Ой. Вот такой зеленый человечек. Ой, такой что-то здесь. Что это такое за человечек такой? Да. Зеленым. Это корозья. Смотри, какой у него получился. Подставочка да. Такая. Он здесь будет гулять. Что? Или загорать люди будут, да? Да, как и люди. Разные люди будут загорать, смотри. Ой. Вот, например, такой человечек. Знаете, как его зовут? Да. Как зовут? Как-то его зовут. Бобби. А кто-то такой за Бобби? Бобби? Да. Друг такой, Бобби. Кому? Бобби. Он будет плавать в бассейне, правда? А где бассейн? А вот тут бассейн будет у него, да? Буль-буль-буль-буль-буль, хочет плавать. Хочу плавать, хочу плавать. Да, я тоже хочу плавать. Кто ходит? Я тоже плаваю. Буль-буль-буль-буль. А мама сегодня упрыгает. Упрыгала. Папа? Я ничего не сняла тапку. Вот, сняла. Вот. Такую стену еще поставим. Тебе оденем тапку. Невидимку. Невидимку? Да. Она невидимая будет? Ну, такая шляпка. Белая. Что я не одену папе? Папе одеть. А где его ключ? А с папой? А за машину? Ключ? Да. За машину. Потерялся, наверное. Надо поискать. Вот, вот это. А, это тость. Я нашла, что это? А это что? Ставим такую цель. Что? Ай, что это? Да кому шапка? На папе. Знаешь? На голову надевай. Да. Специальную шапочку надевай на голову, да? Да. Цепляю. Она моя. Моя такая. Лисика. Да, Лизонька развивает свои маленькие пальчики, когда вставляет лего, да? Да, лего. Кто это такой? Кто это такой? Кто это такой? Дядя. Какой дядя? Большой, вот смотрите какой. Ой, он синий. Он синий. У него такая рука синяя. А это? Коричневая? Коричневая. Ой. Покажи, встань, покажи свои шортики. Можешь показать? Вот они. Ну, встань на ножки. Ну, вот такие они. У Лизы красивые шортики, да? И майка. И майка. Ой. Ты вот куда это. Сегодня ходила, расскажи. Ой, что это? Куда сегодня ты ходила, расскажи. На танцы. На гимнастику? Да. Ой, что это? На художественную, да? Это что такое? Это комочек такой. Ай, какой комочек. Комочек. А что на гимнастике было, расскажи. Много детей. Много детей, а что вы делали? Ата. Это знак. Какой знак? Буква. Парковка. А что было на гимнастике? Расскажи. Детей, я сказала. Дети были. А что вы делали вместе?
Ой. Прыгали? Да. На батуте? Да. Почему, мам? Дай мне тебя батуту. Опа. И мама. Вот какой у нас дом получился. Только. Смотрите. Только. Мы это не поставили. Поставь. Вот туда. Вот чудик упал. Чудик упал. Да. Это кто? Это оранжевый дуба. Кто? Дуба. Сюда поставим его? Да. Кто это? Кто это такое? Это такой дуб. Ой, все упало. Да. Это нельзя. Осторожно. Это нельзя. Получилось? Да. О, он сел на крышу, да? Да. Сидит. А зачем сидит? Наблюдает, смотрит на звезды. Да? На какие звезды? На красивые звезды. Ой. У меня нету звезд. Нету? На улице только. Ой, сломала все. Вот чем мы занимаемся с Лизой зимой, ой, да? Ой. Вода падает. Давай вот так поставим. Ой, опять упала. Учимся строить лего. Лиза пока еще только начинает, да и я тоже вспоминаю, как это лего играть, да? Да. А это что это такое? Что это такое? Это деталька. От кого? Не знаю. Я лучше вот такие присоединю. Ай, получится? Нет, не получится. Ай. Эти носочки розовые красивые. Да. Покажи. А это что? Звездочки там, да? Да. Что? Покажи. Что это? Шляпа. А это что-то такое коричневое. Что-то такое коричневое. Фишка. О, дверь вставим? Ой. Дверьку поставим? Да. Вот сюда. Давай. Давай. Теперь я понял. О, какой дом получился. Смотрите. Да. Ой, что это? Там укатилось что-то. Давай покажу. Кто в нем будет жить? Папа. Папа будет жить? Да. Вот у меня руки. Руки лежит. Во. Угу. Во. Ну какая красота. Ой. Вставляй. Где дверь? Дай посмотрим, где дверь. С рюкзаком. Да. Угу. Ой, где дверь? Точнее. Дверь. Кто что здесь? Да. Дверь. Ой, здесь. Другой заводок. Что это? Ай, давай открывайся. Понял. Я сейчас подсоединюсь, покажу. Такой вот у меня вот. Пресс. Это это. Ой. Потяни дверьку. Но не тяните. Да, хотела между делом сказать, что да, сейчас стала заниматься спортом и вот уже так живот свой после родов привела в порядок.
Вот, если хотите, сниму видео о том, как я это сделала. Ой. Ну что, такие вот детальки мы поставим сюда. Ой. Потяни. Сюда вставили? Все? Ой. Кто здесь? Ой. Чёрный придёт. Черенок. Давайте жарить. Там очень опасно. Где тряпка? Вот я здесь. Я еду при... одену тряпку. Еду. Одевай. Ой. Ой. О. Он укусит кого? Вот. Не трогай меня. Какая это, мама? Мама. Что? Какая это? Кажется, не получается? Да. О. Ой. Дверька. Сюда вставим ее? Тоже дверка. Вставая дверенька. Да. Ставим. Ставили. Получилось две двери с двух сторон. Да. Заход. Заходит? Да. Ой. Всё. Он туда пошёл. Пошли. Домой. Получилось? Да. А это что? Ой! Ой, я починила. Починила? Да. Не сломалась. Ой. Тик. Кто там звонит? Кто там звонит? Не знаю, кто-то звонит. Идем. Лего это как медитация, так спокойно успокаивает. Так нравится даже. Да, Лиза? Да. О, какая красота. Ой, поставь. Какой дом получился красивый. Да. Что у нас будет? Это что это такое? А это что? Сюда. Ой, как это упал? Упал? Да. А, нет, не упал. Ой, я ведик не зашел в домик. Ничего не открывается. Я его закрыла. Получилось? Да. Это туда пойдет. Ой. Заходи. Кто заходит? Кто-то заходит в домик. Кто-кто-кто? Кто заходит? Советик нам? Угу. Где ты? Где ты? Где ты? Подожди, где ты? Вот какой, смотрите. Дай, мама. Зайдет? Да. И подходит. Мама, дойдет. Как он подходит? Это не ребенка, нет. Мы такую желтую пришпилим сюда. Да. А семеночка у тебя?
Так вот все налепляем, налепляем, красиво получается. Что? Это миночка, где будет? Ой! Ой, будет такая. Ставили, да? Вкусно. Вкусно. Вкусно? Да. Ай. И вот я папу иду. Клюк. Клюк. Пумс. Пумс. Иди. Ай. Ай. Ой. Что здесь бассейн? Это что-то такое, я выжила. Что-то такое выжила. Что-то такое выжила. Что-то такое выжила. Это какой-то шлем, смотрите. Стыки. Шлем. Мне не надо надевать. Не надо? Да. Ой, что это? Ой, шапка. Ой, шапка. Все поняла. Поняла? Да. Шапка. Ой, шапка. Пока я играю, делаю такое дыхание. Животом. Это очень классный способ накачать пресс. Ну и как бы улучшить просто здесь работу, да? Да, работу. Работу. Да. Да. Пиво. Еще, кстати, купила себе штаны вот такие из искусственной кожи. У тебя тоже есть штаны. Из искусственной кожи в Конте продаются, кстати, очень классные. У меня нету. И, что, ты босиком бедная ходишь, да? Скажи, Лиза любит пожаловаться. Но я тебе тоже куплю такие, да? Да, как у тебя. Как у меня вот такие, да, вот? Да. Смотри, ой, хочу показать видео. Ай. Тих. Ой, баба. Тих, это ты. Волечки, ты волечки. Вот такие вот у меня штоники. Да? Да. Что ты? Что это? Ну что, вот такой вот у нас замок получился. Да, открой, а закроем. Эй, куда? Куда? Да куда уйти? Спрячься, спрячься, скажи. Ну, какой пункт управления. Да. Ду-ду-ду-ду. Куда мы его поставим? Сюда. Ай. Сюда? Да. Сюда. Тогда будем тут. Удобно? Да. А что это? Ой, что это такое? А ты тут такое? Коричнево. Что это такое? Коричнево. Коричнево. А где это шапка? Где шапка? Где шапка? Это что было в руке? Белая шапка только что была в руке? Да. Ты кого-то потеряла. А вот она. Держи. А вот такую пальму еще купила. Как где? Она называется? Пальма. Драцена. Да, драцена. Тебе нравится такая драцена? Да. Одна маленькая пальма, другая большая. Да. Ой, какая маленькая. Где маленькая? Вот маленькая драцена. Ага. Вот это большая драцена. О, Лиза, Лиз, покажи свою колясочку. Ой,
потом навесить. Вот такая у нас есть колясочка, да? Это твоя любимая а игрушка? А где кто? Тут кто у нас лежит? Пони. Пони? И помада. А вон пони, принеси его. А где? Сейчас я принесу, подождите. Да? А где моя шляпка? Белая. Белая. А где вот белая? Наш любимый пони. Да. Смотри, это My Little Pony, да? Да. Иди ко мне. Ай, ай. Положи, пусть спит. Дай ему поиграть. Ну давай. Ой, здесь. Смотрите, это рюкзачок. Да. А что-то там лежит. Что там лежит? Да. Наверное, какие-то, не знаю, может, яблоки? Да. Маме. Маме? Да. Хорошо. Своей несет. Своей маме несет, да? Да. Или манго, да? Да. Или что? Авокадо. Мюсли. Мюсли, да? Да. Деткам. Деткам? Да. Лизи и Саша. Ты любишь мюсли? Да. Мюсли. И Саша там лежит. Ясно. Это детки. Попалют. Пропали детки? Ой, там еще шляпка. Вот там еще шляпка. Нашла, да? Вот, да. Кстати, я нашла. Тогда деток. Где деток? Что, где деток? Это телефон. Алло, алло. Это мой телефон. Держи. Это не твой, а мой. Ты что такая злая? Ты забрала мой телефон. Забрала. Любимый мой. Мой твой нелюбимый. Где вставай же? Вставай, шляпка. Ой, на руке. Где детки? Ой, попали. Пропали детки? Да. Давай всех соберем. Папи. Мама. Ой, да. Ой, какие детки мои. Лиза. Детки, вы нашли меня. Спасибо, пожалуйста, вы нашлись. Ой, ой, ой. Нашлись? Да, они нашлись. Кого? О. О. Там. Ой! Иди ко мне. Не надо. А рюкзачок покажешь твой? Какой у тебя? Я нет. Вот у нас есть рюкзачок. Я такой. Вот там. Саше подарим его. Да. Да, что там лежит? Это мои фотографии. Где мои? Твоих пока тут нету. О, там уже. А это мы делали, вырезали вот так вот открытки. Да. Да? Играли с открытками. Это какой цветок у нас? Мы взяли это. Порезала. Это не порезала. Не порезала? Да. Я здесь нарисовала. Дети, себе здесь фотографию. А зачем? А я тебе покажу. На документы фотографировалась. Зачем? Это я была такая, когда была маленькая. В школе училась. А я твою? Ты пока не училась еще. Училась. Ты еще маленькая. Большая. Ты уже большая? Да. Лиза говорит, что она уже большая. Как вы думаете, Лиза большая или маленькая девочка? Большая. Большая? Да. Да. Достану. Сколько тебе? Сколько тебе лет? Сколько? Сколько? Да.
Как ты думаешь? Семь. Семь. Не скажу. Нет. Нет. Не семь. Не семь? Да. А чего у тебя такие кузики? Где? Вот такие кузики. Зачем? Так просто. Такое. Так получилось. А зачем? Для красоты. Где что? Фотографии твои? Нету больше. Вот он, не увидели. Я же пойду вырезать. Вырезать? Да. Хорошо, потом повырезаем. Надо найти ножницы. Сейчас мы Лизе дадим ножницы, да, и будем вырезать. У бабы Лены. Там? Да. Поищем. У деда. У деда спросим? Да. Хорошо. Достань их там. Хорошо, скоро достану. Ну все, скажи, давайте, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока. Пока.